С танцем по жизни. В Петропавловске выступил шоу-балет Аллы Духовой «Тодес». Творческий коллектив приехал с новой программой «Танцуем любовь». В составе группы порядка 20 танцоров. Это девушки и юноши из разных городов Российской Федерации. Понравилось ли их творчество североказахстанцам, расскажет моя коллега. Зрители спешат занять свои места в зале и с нетерпением ждут, когда откроется занавес. Ведь в этот раз шоу-балет приехал в Петропавловск с танцевальным спектаклем. «Танцуем любовь» – так называется новая программа коллектива. Российскому танцевальному коллективу почти 30 лет. Сегодня «Тодес» не просто популярный эстрадный хореографический коллектив. Это целое движение. Каждый танец – это сочетание ритма, романтики и юмора. Плюс ко всему актерское мастерство, пластика и силовые упражнения. На протяжении часового выступления артисты не переставали удивлять зрителя. В знак благодарности североказахстанцы дарили танцорам аплодисменты. После концерта петропавловцы полны эмоций, делятся впечатлениями. Вообще на концерты хожу, но оттуда с первый раз. Понравилось, хорошо. Вечер провели очень прекрасно, очень довольна выступлением, настолько... Поднять эмоции хорошие получили и хорошее настроение. Прекрасные, удовольствие получили, шикарно танцевали. По сравнению с прошлым разом, здесь мы увидели не только акробатические действия, а еще и театрализованные представления. Это вообще супер. Полные впечатления, я думаю, этих впечатлений хватит. До новых встреч. Кристина Горбаченко, Михаил Казначеев, новости МТРК.